Перед началом нашего видео не забудь подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе Мир Юрского периода, который выходит сейчас каждый день. Ребятки, всем привет! С вами Александр, Мир Юрского периода. И пока у нас идет турнирчик, нужно записать у нас... Ну, турнирчик у нас идет на последнего из троиц, на Эрлифозавра, который нам оглашали. Так, но у нас еще есть два турнира выходного дня. Их нужно нам пройти до того, как, ну, я начну снимать видео «Дрожь земли», чтобы у нас уже было, не было дефицита динозавров. Так, ну, для разминочки возьмем, они пришли с болот. Здесь у нас что? Один суперредкий. Ну, то есть суперредкий, в том числе гибрид, это тоже суперредкий. И, так, что у нас по летунам? Ну, аэротитан. Сейчас мы тут кости разомнем, разогреемся, так сказать. Можно попробовать агрессивненько поиграть. Вот давайте так. Ну, отлично. Аэропеликан победил. Так, любое животное x2. Так, ну здесь обычные уровни, то прошлый, на прошлые выходные у нас здесь был супер прокачанный противник. Ну, вот прокачанных, вот помните, вот тот турнир, где идет адаптивный уровень противников, был на прошлых выходных, например. Вот с усилениями, чтобы, ну, если противники прокачаны, чтобы нам давали хотя бы усиление брать, вот это было бы нормально. А то получается фигня какая-то. То есть с усилениями у нас здесь, а ну-ка давай, заходи. Противники обыкновенные, да. А, вот, да, 38 уровень, стандарт. А вот там был, по-моему, даже супер редкий, какой-то там набор даже был не легендарный. Этот легендарный, вот как раз, который я называю шаровый, а тот был не легендарный, по-моему, супер редкий был или какой набор. И там были мега крутые, просто жесть какая-то. Так, у нас два любых динозавра, да? Ну, давайте вот так вот. Тоже возьмем парочку. Ну, два удара хватит. Должно мне хватить. Индоминусом два удара. Завалить капразуха. Так, а там идет этот. Микропозавр 40-й. Вот раз-два я его не пробил, прикиньте, 3-4. Не пробью. Что-то я так подумал, что двух ударов хватит. 2 по 500 почти, это 1000 плюс 40% бонуса. А не хватило. Подлец. На все 6 это отлично. Капразух неплохой, супер редкий, в принципе, хороший даже, я бы так сказал. Как супер редкий, он хорош. Добили. Ну, раз, два, больше 4 нельзя перенести, потому делаем так. И удар на целых 8 от акрокантозавра. Он, кстати, очень похож по раскраске на Синраптора из Dino Hunter Deadly Shores. Там мне писали в комментариях, что это самый крупный хищник юрского периода был. Ну, юрский период был это не тогда, когда жил тираннозавр. Юрский период — это расцвет эпохи динозавров, а Т-рекс жил уже в конце. Так, любое животное x3.
Можно их затоптать травоядными, например. Так. Ну вот так. Так, так, так. В атаку! Так, так, так. Давайте сделаем так же само. Так, шаровый наш набор получаем. И теперь идем на наш второй бой. Тут уже нам нужны усиления. Вот. Вот тут можно было бы добавлять вот этих вот супер прокачанных адаптивных. Так, зухо-риптеры. Зухо-риптеры, и чем мы будем их рвать? Ну, у них житла многовато, но будем их травоядными рвать. Вот такими какими-то, да, допустим. Только первого нужно взять Эйнио. И потом вот так. То есть. Ну, это будет совсем, наверное, легко. Ну ладно. Погнали! Юху! Так. Ну чё, танк... Ой, какая у него цифра! 666, ребята! Ну, я его тоже не пробью. Теперь можно поп... Не можно, не будем пробивать. Ой, так, раз. Я тут параллельно переписываюсь с Артемкой, так что немножко отвлекаюсь. Три, не пробьет. Ты не пройдешь, как сказал Гэндальф серый, и потом стал Гэндальфом белым.
Так, ну давайте его нашинкуем. Так, бой номер 2. Ну, ага. То же самое. Так, ну что? 3 летуна на 3 летуна. Трапиогоптер. Зухариптер. И Дарвиноптер. Так, ну теперь нам понадобятся все-таки какие-то усиления. Блин, усиления у меня дикие по счету. Плюс 6. Минус 3. Давайте минус 1 возьмем. Погнали! Надо защищаться, ёшкин кот, иначе он меня съест. Вот, он хотел меня убить, подлец. А, он меня не может пробить, прикольно. Смотрите. У него 1013, у меня 1096. Давай, на один. Вообще не проатаковал. Так, 4 ударчика. Он атакует на все 4. Отлично. Трапиогоптер отработал на 100%. Так, теперь мой хиленький. Ой, блин, надо было у него 1 балл забрать. Про усиление забыл. Нам тут они нужны, а то нас сейчас порвут. На все 4 проатаковал. Так, ну давайте сейчас будем разбираться. Блин, минус 1 щит, он мне так вот это сейчас нужен. Раз, два, три. Так, ну следующий бой тогда пойдем хищниками. Прикольно. Травоядные, летуны и хищники. А, блин, ну че ты так сделал? Я думал хоть использовать какой-то там щит, он взял и полностью раскрылся. Так, бой номер 2. И сейчас бой номер 3. Такой же, да? По идее. Да, такой же. Значит, нам нужно взять будет хищничков. Цератозавр, Ютиранус и Гарга. Гарга, как вам? По-моему, вполне себе годнота. Я вообще люблю вот такие штуки, давайте будем использовать. Вот так, вот так, вот так. Вот это то, что прикольно использовать. Небольшие бафы. Ой, блин, для него надо было 50 добавить, ёшкин кот. Именно ему вот как раз и надо было добавлять.
Давайте заберем у подлеца один балл. У него всего лишь два, как видите, не три. И он подло проатаковал на один. Это читерство. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте тебе возьмем хелса немножко. Ну, что-то вообще очень мало ни о чем. Блин, у него было немного, потому... Потому два удара максимум. А цератозавр бы выдержал три. Ну да, просто спалили по факту. Так, он проатаковал по полной же, да? Мы делаем раз, делаем два. То есть у меня 9 баллов у нас сейчас на распределение. Делаем 3. Делаем 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Давай, ну, опять. Опять он сделал то же самое, что и в прошлом бою. Давай, Гаргик. Крокодил Гена. Вот мне его хочется назвать Крокодил Гена. Он как крокодил. Так, и наш набор. 200 баксов, отлично. Рамфаринг, да, когда-то мы с вами, ребята, докачаем Рамфаринха. Караул. Времени не хватает. О, легендарный Птеранодон. Вот это я понимаю. Тапежара редкая. Хорошие призы нам тут наваливают. Тем более за битву... Три набора было, да, всего лишь. В общем-то... На этом, ребятки, все. То есть в доминаторе еще с вами посражаемся, посмотрим, если получится, в воскресенье стримчик будет. До скорых встреч!